Петр Мамонов любим узкими кругами нашего населения, в первую очередь, как певец, композитор, музыкант, актер. Однако мало кто догадывается о том, что главное достоинство Петра – это его танцевальные способности. Фактически Мамонов – это лучший в мире поп-танцор, не уступающий, даже превосходящий по этой части Майкла Джексона. Вот, наконец-то, в своем новом спектакле, который называется «Мыши, мальчик Кай и снежная королева», Петр Николаевич Мамонов обратился к жанру балета. В общем-то, спектакль представляет собой балет, причем не такой балет, который ненавидел Лев Толстой, а балет современный. Я себя считаю вообще, ну, клоуном, как бы. Вот, и для меня это очень такое, если кто-нибудь меня клоуном называет, то для меня это очень почетно. Кубинские музыкальные пенсии.